Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы с вами находимся на пятничном рынке. И многие из вас просили меня сделать видео из магазина текстиля. И сегодня мы пришли в магазин Мюмин Текстиль, который находится прямо посередине пятничного рынка, совсем недалеко от автобусной станции. Вот смотрите, автобусы из разных районов Алании приезжают прямо на автостанцию. И также магазин находится совсем недалеко от бульвара Ататюрка, прямо на бульвар Ататюрка. Вот за этим красивым домом расположена остановка. В описании к этому видео обязательно смотрите все контакты этого магазина. Ну и самое главное, ссылку на карту, на место расположения. Приходите, покупайте классный и качественный текстиль. Производство Турции. Друзья, многие из вас знают и были в магазине Мюмин Текстиль. Как я уже сказала, магазин расположен в самом центре Алании на пятничном рынке. И здесь продается огромное количество самого разнообразного постельного белья от эконом-класса до люкса. Также здесь есть подушки, одеяло, полотенца, пижамы, ну и, конечно же, различные сувениры. Поэтому обязательно приходите в этот магазин и покупайте классное и качественное постельное белье. Я вам сейчас покажу постельное белье, которое мы приобрели для себя. Вот этот вот комплект существует в разных цветах. И, как вы видите, также в бирюзовом и сером цвете. Есть вот в таком вот розовом и сером цвете. Это один из самых экономных вариантов, но... Скажу вам честно, это постельное белье очень удобно в использовании. Его можно очень легко стирать. И оно настолько универсальное, что подойдет под, ну, в принципе, любой интерьер. Ткань — это одна из самых дешевых, натуральный хлопок. Но зимой, например, спать тепло, а летом достаточно прохладно. Поэтому присмотритесь, например, и к таким моделям эконом-класса. Но если вы хотите что-то дороже, здесь, конечно же, есть и даже постельное белье, сделано из натурального шелка. Здравствуйте. Пожалуйста, меня зовут Мирза. Постельное белье двухспальное. От хлопковой нитки Satin Deluxe, фирма Fair Choice. Цена от 1000 лира. Satin Deluxe начинается. Хлопок семейный, от 600 лира начинается. Вот эта фирма Исимахом, хлопок. Сарев есть у нас тоже, хлопок. Коби фирма Папелин, это ряд все папелиновые и разные ответка есть здесь. Цена они от 500 лира начинается. У них семейный тоже есть. Тач фирма, двухспалка. Новая коллекция от 800 лира и Коби фирма Satin Deluxe. У них и полоска тоже есть. Тоже двухспалка есть, полоска есть, семейный есть. Потом вафельный есть Коби. И жаккардовый тоже есть. Цена они от 800 лира начинается. Одна спальня есть, полоска есть, семейный есть. Одеял. От фирмы Отелло. Зима-лето есть. Бамбуково есть. Они от 1000 лир начинаются. Полуторка есть. Двухспалка есть. Вот. Тоже одна сторона бамбуковой, другой стороны сатин. Они от 500 лир. 500 лир стоят. Шерсть есть. Вот бамбук тоже есть. Бамбук есть. Шерсть есть. И геловый тоже есть. Вот это покрывал. Покрывал. Они у нас на распродаже. 300 лир. Здесь тоже хобби фирма. Тоже макровый простынный. Здесь, например, представлены модели такой марки, как First Choice. Это сатин. Очень популярная турецкая марка, качественное постельное белье. И, как вы видите, друзья, видов
огромное количество от абсолютно вот таких вот спокойных комплектов пудрового цвета до, например, комплектов, посмотрите, вот такого вот ярко-красного, переходящего в бордовый. Есть очень даже такие классические модели, например, с цветами, если кто-то любит. Например, очень классно использовать осенью. Если кто-то любит комплекты, например, под гжель, есть вот такие вот комплекты фирмы Хобби. Фирма Хобби одна из самых экономных фирм, фирмы эконом-класса, но постельное белье действительно мы тестировали на себе, и оно очень хорошо стирается, ну, в общем, очень удобное и качественное постельное белье. Выбор абсолютно гениальный. Здесь посмотрите, посмотрите, какое прекрасное сочетание цвета и непосредственно рисунка. Это тоже фирма First Choice. Здесь в магазине также представлена такая марка, как Touch. Я думаю, что вы все эту марку прекрасно знаете, потому что, ну, даже в России, не только в России, во многих странах продаются изделия из текстиля этой марки. Здесь также разнообразие цветов. Посмотрите, вот такое вот черное постельное белье. Кстати, зимой, когда холодно, очень удобно спать именно на темном постельном белье. Почему? Потому что оно сохраняет тепло. Ну и оно даже с виду кажется теплее. Если вы возьмете, например, оранжевое постельное белье, не красных тонов, а таких теплых, вот, например, бордовое или даже вот такого вот плана, оно, ну, как-то кажется теплее и уютнее именно зимой. Марка Touch немного дороже, чем марка First Choice. Поэтому это тоже белье сатиновое. Поэтому, если вы хотите что-то вот такое вот более спокойное, то можете выбрать такие модели. Есть, например, модели фирмы Хобби. Здесь представлен просто огромный ассортимент. И, например, если вы хотите... Многие из вас спрашивали про постельное белье по типу постельного белья в отелях. То есть кипельно-белое, но... В чем особенность? Особенность в том, что это постельное белье, видите, оно вот с такими вот полосочками. То есть прям сделано под отельного типа постельное белье. Как вы видите, цветов здесь огромное количество. Вот есть, например, летние цвета белые, розовые. А вот такие вот глубокие цвета, это уже белье, которое можно использовать, например, зимой. Или вот такие вот яркие, как... Вот этот вот желтый комплект. Полотенце для ванны от 70 на 140 микрохлопок. В них и маленькие 50 на 90. Потом модалово есть. Тоже разные, много расцветка. Модал 50% картон. Они впитываются очень хорошо. У них 70 на 140 есть. И метр на метр 50 есть. Они со столера начинаются. Потом Исмо есть полотенце. Тут 60% бамбук, 40% хлопок. Просто есть трикотажная. Тоже новую получили. Качество очень хорошее. Они качество не дают, не меняется. Потом у нас отдел под одеяльники. Полуторка есть, лучка есть. Сатин Делюкс. Простынная резинка есть тоже, тире размер есть. Они 300 лир, 1,60 м есть, 1,80 м есть, на 2 есть. У нас скатерть есть, очень большой выбор. Ну, все размеры есть у нас. Они у нас есть 350 лир, 400 лир. Начинается разная цена у нас. И вот это покрывал есть, вот разная расцветка есть. Они 450 лир. И вот это халат у нас. Тоже есть мужской, есть женский, есть. Они от 200 лир начинаются. Потом большие размеры есть. 5 ксель есть, 6 ксель есть. И вафель полотенце тоже новая коллекция в этом году получили. На втором этаже магазина Мюмин Текстиль представлены более эксклюзивные варианты из таких тканей, как сатин делюкс, и даже есть шелк. Есть также очень интересные жаккардовые модели. И здесь представлены марки First Choice, марка Zebra. Например, у марки Zebra очень красивые модели с вот таким вот кружевом.
Выбор цветов просто огромный. И, кстати, есть такая марка, как Купила. И эта марка представляет в основном коллекции постельного белья из высококачественного сатина, но с разными принтами. Например, посмотрите, вот такие вот интересные 3D-принты есть. Есть цветочные принты. В общем, на любой выбор. Есть наборы односпальные, двуспальные и полуторки. Ну и, конечно же, что здесь самое красивое и интересное, ну и то, на чем приятнее всего спать, это вот такие вот шелковые наборы фирмы Сареф. Вы, наверное, знаете, что шелк, натуральный шелк, это самая приятная ткань и полезная для здоровья, на которой можно спать. Она полезна, например, подушки из шелка очень благоприятно действуют также на волосы. Волосы меньше выпадают, они становятся более гладкими и красивыми. Поэтому здесь выбор огромный. Приезжайте, смотрите и покупайте классное белье, например, вот такого вот плана из качественной ткани и также с кружевом. Также здесь представлена такая марка, как Issima. Марка Issima очень одна из самых популярных турецких марок. И посмотрите, какое здесь потрясающее качество. Вот такая вот, казалось бы, простая, да, простая ткань, но с очень интересным рисунком. Очень много цветов. Есть светлые, темные. Есть также очень много моделей марки Issima именно с 3D-принтами. Совершенно разнообразные и с принтами, которые популярны больше всего в этом сезоне. Это вот такие вот принты. Посмотрите, похожи на принты на шторах из каких-то замков княжеских. В общем, вот такие вот принты, кстати, очень популярны. Есть темные ткани, как я вам говорила, темные ткани очень хороши для зимы, потому что, ну, они, скажем так, изучают тепло, и в них не холодно спать зимой. Посмотрите, какая красота. И, конечно же, на любой вкус есть темные, светлые, вот такие вот нежные модели. С одной стороны подушка, например, может быть наволочка светлой, а с другой вот такого вот красивого фиолетово-сиреневого цвета. Очень, кстати, весенний цвет. Новая коллекция. Вот тенсель. 60% тенсель, 40% хлопок. И 300 ниток тоже есть. Юного тоже есть. Вот такие тоже. Очень хорошая новая модель. И диджитал сатин есть. От Issima покрывало. Тут постельное белье покрывал. Импеледи есть. Вот сатиновый здесь, семейный. Потом от фирмы Фёрчер семейный. Нового Хобби есть. От фирмы тоже очень красиво надела. Смотрите, пожалуйста. И разные расцветки есть. Миллионовая. Новая коллекция. И со столера начинается. Также в магазине большой выбор пижам. Пижам, например, вот такими вот платьишками. Есть зимние пижамы. Посмотрите, есть спортивные костюмы домашние. В прошлом году, например, я покупала здесь себе костюм черного цвета. Вот именно вот такой вот костюм, только он у меня был на молнии. Посмотрите, вот из такой вот ткани бархатной. Носится прекрасно. Можно носить, например, и дома, и, например, на, может быть, прогулку. Разные цвета, с капюшончиками, с брючками. Посмотрите, например, есть и вот такие вот теплые халатики. Есть, конечно же, летние варианты с маечками, с шортами. Ну и что касается размеров, размеры здесь есть от XL до больших, несколько XL размеров. Кто любит что-то с кружевом, есть вот такие вот красивые варианты. Поэтому обязательно приходите, смотрите, выбирайте, радуйте себя и покупайте классные и качественные вещи. Разные расцветки. Они двухсторонние. Вот одна сторона бежевая.
и две наволочки у них идет. И мы, когда товар берут у нас, и мы вакуум на пакете, у нас вакуум делаем. Вот покрывало у нас все, смотрите, пожалуйста. Тоже постельное белье и пике. Тоже новое. Махрово простенное. Велюровое. Они очень хорошие. Двухсторонние они. Одна сторона махрово, а сверху велюровое. Конечно же, популярны наборы с покрывалами и с подушками. Вот, например, один из таких наборов. Есть совершенно разные цвета, виды. Друзья, я нашла тот набор, который просто идеально подойдет мне. Вот такая вот бирюзовая ткань под бархат. Здесь есть покрывало, ну и, конечно же, постельное белье. Посмотрите, вот такие вот веселые комплекты фирмы «Хобби». Казалось бы, да, очень много цвета, но не кажется пестрым, а таким даже комфортным постельным бельем, с которым приятно спать. Фирма Issima одна из самых качественных турецких фирм. И есть даже, например, посмотрите, какие интересные вот такие вот прям мужские комплекты. Это все сначала отрисовывается руками, а потом переносится на ткань. Поэтому, когда вы покупаете постельное белье, думайте о том, что все эти рисунки, например, даже вот такого вот плана, они все сначала были созданы художниками вручную. И большое количество, опять же, покрывал и разных подушек. В этом магазине делают вакуумную упаковку, поэтому вот такой вот огромный пакет вам спрессуют совершенно маленький, и вы сможете спокойно взять с собой багаж и привезти домой. Добро пожаловать в наш магазин, ждем вас. Как вы видите, в этом магазине представлен огромный ассортимент постельного белья совершенно разного качества и цен. Здесь есть пижамы, ночные рубашки, покрывала. И представлена также тюль, если вы хотите украсить свой дом тюлью. Здесь есть разные варианты, из которых можно выбрать и заказать себе домой, в гостиную или, может быть, в офис также тюль. Посмотрите, вот такие вот есть также классные комплекты для детей с 3D-принтами, для мальчиков, для девочек. Поэтому, друзья, обязательно приходите, смотрите, выбирайте, пользуйтесь качественными вещами, они действительно приносят радость. Не забывайте о том, что контакты этого магазина есть в описании к этому видео. Магазин находится в самом центре Алании. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и будьте здоровы. Всем всего хорошего. Пока-пока.